Очевидно, что такие меры надо расширять, в том числе за счет механизма социального контракта. Понимаю, что серьезно бьет по доходам людей рост цен. Поэтому в ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии. Повысим минимальный размер оплаты труда и величину прожиточного минимума. А также увеличим зарплаты в бюджетной сфере. Прошу правительства рассчитать точные параметры такого повышения. И подчеркну, даже в текущей непростой ситуации по итогам года нам необходимо добиться снижения уровня бедности и неравенства.